Какие красивые распустились цветочки. Сейчас сентябрь 23-го года. Очень похожи на крокусы весенние. Только они распускаются осенью. Называется колхикум. Или безвременник. Колхикум. Просто видеопортрет растения. Самое интересное, из каждой луковицы вырастает, вот, например, да, по три цветочка. Вот один, вот второй маленький, вот третий. Какие они плодовитые. А серединка у них как у крокуса. Она беленькая, с желтыми тычинками. Вот я с другой стороны их немножко сниму, от солнышка. Вот такие вот внутри. Ой. Розового цвета, ну, немножечко в сиреневый оттенок. Ни одного листочка, только одни цветы. Очень интересно. А вся зелень у них бывает с мая по конец июня. Такие плотные-плотные глянцевые листья. Потом они засыхают, пропадают, и из луковиц осенью появляются вот такие вот чудесные цветочки.